8 октября в Лужском районе состоялось открытие современных газовых котельных в поселке Красный Маяк Мшинского сельского поселения и в деревне Каменка Заклинского сельского поселения. Котельные построены ООО «Петербургтеплоэнерго» в межотопительный период 2013 года. В торжественном открытии котельных приняли участие вице-губернатор Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Юрий Пахомовский, заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Вадим Густов, генеральный директор ОАО «Ленобылгаз» Анатолий Денищиц. Благодаря вот той программе, которую сегодня «Петербургтеплоэнерго» проводит на территории Ленинградской области, эта программа имеет огромный объем инвестиций сроком на 6 лет, почти 18 миллиардов рублей, и будет построено 86 объектов. Так вот, первые 11 объектов этого года по этой программе и 2 у нас переходящих. Всего мы запускаем в этом году новых 13 объектов теплоснабжения. Из 11 6 объектов на территории Лужского района, в том числе сегодня вот этого новое блок-модульное котельное. Труд работников, проявивших себя во время строительства котельных, был отмечен почетными грамотами. В благоустройстве территории котельной в деревне Каменка приняли участие представители правительства Ленинградской области. Система теплоснабжения поселков давно требовала модернизации. Теперь вместо угольных котельных будут работать современные газовые. Валерия Багаева, Ренат Алеев, Лужские вести, Лик ТВ.